Мы очень хотели, чтобы Азербайджан получил статус партнера по диалогу и реализовал свое желание наладить отношения с ШОС, потому что заявка, которая подавалась Азербайджаном, равно как и Армении, она была направлена на получение статуса наблюдателя в 2012 году. Но в процессе тогда вопрос о расширении не стоял, а в процессе уже выхода на развязки по расширению было признано целесообразным воздержаться от расширения числа наблюдателей и выстроить схему таким образом, чтобы заявители проходили через этап партнерства по диалогу. В принципе, логика в этом есть, потому что партнерство по диалогу позволяет выстраивать практическое сотрудничество. Это намного полезнее, чем просто наблюдательство. Потому что до сих пор наблюдатели, они были просто наблюдателями. Это в последнее время мы начали приглашать, участвовать их в различных мероприятиях в формате 6+5. ШОС – это уникальная организация, представляет многообразие и культуры, и этническое, и религиозное, и конфессиональное. И поэтому приход новых партнеров, новых государств, новых идей только приветствуется.